Немного забегая вперед, хочу напомнить. Wenn ich mal den Ereignissen so ein bisschen vorgreifen darf, darf ich daran erinnern. О том, что в мае 2017 года партнерству региону Тюменской области и Нижней Саксонии исполнится 25 лет. Die Partnerschaft zwischen dem Gebiet Tümen und Niedersachsen 25 Jahre alt wird. В уже далеком 1992 году нами было подписано заявление о партнерском сотрудничестве. За это время реализован целый ряд взаимовыгодных проектов. In diesem Zeitraum konnte eine ganze Reihe von Projekten, von vielen Projekten in unterschiedlichen Sphären, in unterschiedlichen Bereichen umgesetzt werden. Für mich ist es der erste Besuch in Tümen. Ich war auch noch nie in Sibirien. Для меня это первый приезд в Тюмень. Я в Сибири тоже вообще еще никогда не был ни разу. Und dementsprechend gespannt bin ich gewesen. Поэтому я, соответственно, с напряжением или, скажем так, с нетерпением, вернее, ждал этого визита. Und nach den Eindrücken, nach den bisherigen Eindrücken des heutigen Tages, darf ich Ihnen herzlich gratulieren. И после тех ощущений, после тех впечатлений, которые я пережил здесь и которые то, что я здесь увидел и увидел, услышал, я могу вас от всего сердца поздравить. Das, was Sie gesagt haben über die Entwicklung. Что то, что вы сказали о развитии. Das teilt sich ein Besucher eben auch mit. Überall ist spürbar, dass wir es hier mit einer relativ wohlhabenden, gut regierten und nach vorne blickenden Region zu tun haben. Что мы здесь, как страна, которая сюда, которая об этом рассказывает и сообщает, что мы здесь имеем дело с регионом, у которого дела обстоят относительно хорошо, даже относительно очень хорошо, и с тем стабильно развивающимся регионом, с которым можно вместе работать и идти дальше. Wenn man zurückblickt, dann stellt man fest, die meiste Zeit der vergangenen 23 Jahre gab es zwischen Russland und der Bundesrepublik zunehmendes Vertrauen, zunehmende Partnerschaft, zunehmende Freundschaft. Если оглядываться на 23 года нашего совместного сотрудничества, мы можем сказать, что в подавляющее большинство этого времени отношения доверия и отношения, и, скажем так, добрососедские, дружеские отношения между Россией и Германией, они только улучшались. Für die Gegenwart gilt das leider nicht, wie wir wissen. К сожалению, на настоящий момент этого не скажешь. Ich halte es für ganz wichtig, dass man auch dann weiter gut zusammenarbeitet und die Partnerschaft pflegt, wenn die politischen Rahmenbedingungen möglicherweise schwierig sind. И я считаю, что в этом плане необходимо дальше общаться друг с другом, дальше партнерство проявлять, даже если, может быть, политические рамочные условия для этого как бы не совсем этому способствуют. Denn Freundschaft bewährt sich weniger in den guten Zeiten, Freundschaft bewährt sich mehr in schlechten Zeiten. Друзья познаются-то не только в хорошие времена и не в хорошие времена, а именно в не очень хорошие времена. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, in Tümen sein zu dürfen. И поэтому я очень рад быть sehr herzlich Tümen für Ihre Aufnahme. И благодарю вас за сердечный прием здесь. Jetzt können wir allmählich beginnen, die Vorbereitung für unseren 25-jährigen Jahrestag zu starten. И теперь мы можем уже начинать подготовку к нашему 25-летнему юбилею отношений. Und ich will Ihnen sagen, dass wir ausgesprochen engagiert und motiviert sind, dieses Jubiläum zu nutzen, auch neue Projekte auf den Weg zu bringen. Мы очень склонны к тому, чтобы мы хотели бы очень для того, чтобы использовать, в частности, эту дату, для того, чтобы создавать и реализовывать новые проекты. Ganz abgesehen davon, dass ich mich sehr freuen würde, wenn Sie zum 25. Jubiläum Ihre Freunde in Niedersachsen wieder besuchen würden. И уже не говоря о том, что мы были очень рады, если бы на 25-ю годовщину нашего сотрудничества лично побывали бы в Нижней Саксонии.